наконец-то на Пхукете. Мы вот сейчас поужинали, встретились с нашими друзьями долгожданными. Знали их давно через интернет виртуально. Вот, наконец, познакомились в реале. Значит, ужин наш. Ужин. Я даже не знаю, как это все называется. Я не буду показывать. Креветочки. Не надо? А, ну, уже все съели. Да, креветочки жареные. Осьминожки такие в соусе. Ракушки одного типа, мидии. Ракушки второго типа, мидии. Потом, что там еще было? Овощи были, рис. Да, рис и кальмарчики в остром соусе. Ну, все так вкусно и необыкновенно. В общем, в сифудном раю мы. Да. А, кстати, ресторанчик, да, такой ресторанчик, прям вот такой вот он для тайцев, не туристический. Открыла место, Лена. Как называется место? Чайо. На бухте Аойон. Очень нетуристическое место. Очень приятно. Все улыбаются. Ну, как всегда. Вот, а себе мороженое.